Ай, привет всем, привет! Не сидится нам. Вы знаете, где мы? На Грязевом озере. И сюда со всей России люди съезжаются, чтобы лечиться лечебной грязью. Лечебной грязью. Это Пеленкино, Азовский район. Вот сейчас попробую подойти где-нибудь, где будет подход. Увидите. Ну, вот это такое болотце. Болото. Дома-то нам не сидится нормально. Да, на улице и жарко, и дома жарко. Ну, короче, смотрите, вот грязь, вот грязюка. Ее тут набирают в пакеты и мажут на себя. Чтобы до грязи добраться, вот здесь вот спускаются. Вода пахнет сероводородом. Ну, говорят, очень-очень-очень сильно помогает. Приветствую еще раз, с вами Борис Маркилов, изучаю местные достопримечательности. Вот 5 лет живу, первый раз я сюда приехал, хотя я слышал об этом месте. Это Пеленкино, это вот такие вот лечебные грязи. Ну, как я уже говорил, люди дикарями сюда приезжают, здесь, ну, нифига не облагорожено. Вот, приезжают, раскидывают палатки и живут. Лечится вот этой грязюкой. Причем приезжают-то со всей России. Со всей России сюда съезжаются люди. Это Азовский район, озеро Пеленкино. Поэтому, если у вас там всякие разные болезни, и вы хотите полечиться, если вы желаете еще что-то тут, можете смело забивать Пеленкино. И приезжать на это место. Вот, я же говорю, место дикое. Там вот люди шашлыки делают. Здесь и местные, и со всей России просто. Вон там мама идет. Она с Ульяновска приехала сюда. Специально на это озеро Пеленкино. Чтобы колени свои полечить. Там, мам, утки плавают. Аленушка, ты кого потеряла? Где? Сидит. На Пеленкино приехала и сидит на мостку. Говорит, Иванушку потеряла. В козленочка превратился. А там утки еще. Ну, короче, здесь и пожрать еще, и попить. Можно вот прям воду отсюда хлебнуть. Козленочком только станешь. А так-то ничего, нормально все. Ну, лечись, лечись, лечись. Грязь с собой в Ульяновск наберешь. Торговать начнешь, бизнес свой откроешь, Пеленкино грязь. Надо же так назвать, Пеленкино и грязь. Вот таким вот волшебным образом можно попасть в волшебное место абсолютно бесплатно. Ну, добраться сюда только надо на машине. Можно пешком, в принципе, но на машине удобнее. Машинку вот здесь вот поставили. Ножки опустили в Пеленкино грязь. И все. И вы абсолютно здоровы. Приезжайте в Ростов-на-Дону. Ростовская область. Азовский район. Озеро Пеленкино. На этом свой обзор заканчиваю. Остались вопросы. Звоните, пишите. Кстати, если нужна будет грязь, то вышлем наложенным платежом. О цене договоримся. Ну, вот такая она Пеленкино. Пеленкино. Вот приходишь здесь на мосток, уселся, ножки помочил, удочек закинул. Правда, рыбы, наверное, здесь нету, но утки плавают. Всех остальных тоже здесь нет. Люди там вдали. Это мы тут с краю пристроились, сидим. Вот такая Пеленкино.